3 января был на Сенатской площади, на проезжей части залез на стоявший на проезжей части эвакуатор ДПС. После того, как вышел сотрудник ДПС, я спустился, он в ответ на то, что он попытался меня схватить за плечо, я ударил его кулаком в лицо и побежал. За мной погнался его коллега. Они меня почти догнали со вторым коллегой уже. Второго коллегу я остановился, ударил второго коллегу и убежал. Они уже меня не преследовали.